5 самых странных предметов, проглоченных человеком. Маловероятно, что взрослый человек добровольно съест спиннер или вилку. Обычно доктора достают странные предметы из пищевода людей, когда те еще совсем крохи и тянут все предметы себе в рот. Но есть случаи, когда взрослые люди глотают довольно необычные вещи. Сегодня мы покажем некоторые из них. Весной 2017 года в службу неотложной помощи в Техасе, США, поступила 10-летняя Келли Роуз Джонс, которая случайно проглотила часть спиннера. Девочка начала задыхаться в машине, когда ее мать срочно поехала в больницу. Однако врачи не могли понять, в чем дело, и отправили Джонс в региональную детскую больницу. Рентген показал, что в пищеводе девочки застряла втулка спиннера. Как она туда попала, медработники не сообщили, но чтобы достать деталь, девочке пришлось перенести операцию. Необычный случай был описан ирландскими врачами в медицинском журнале International Journal of Surgery Case Reports в 2016 году. В больницу поступил 29-летний заключенный, который проглотил мобильный телефон. Рентген показал, что телефон находится в животе мужчины. Поскольку девайс не мог пройти через всю пищеварительную систему, врачи попытались удалить его с помощью специальных медицинских инструментов, протащив через пищевод. Однако они не смогли его правильно выровнять, поэтому в конечном счете им пришлось провести операцию. Сложно поверить, но в 2011 году в отделение скорой помощи обратилась 18-летняя девушка, которая проглотила 20-сантиметровую зубную щетку. Согласно отчету, пациентка призналась, что использовала щетку, чтобы вызвать рвоту. Именно в этот момент предмет случайно попал в пищевод. Девушке повезло, так как врачи смогли быстро извлечь щетку с помощью специального инструмента. Уже через 6 часов несчастная уехала домой. 13-летняя девочка из Южной Кореи случайно съела свой умный браслет Misfit Shine – фитнес-трекер. Она отправилась купаться, а чтобы не промочить девайс, положила его себе в рот. Врачи ждали более 30 часов, пока устройство самостоятельно пройдет по пищеварительному тракту, но, увы, пришлось задействовать инструмент, похожий на капкан, чтобы вытащить трекер. Интересно, что не все люди сразу замечают, что съели что-то не то. В 2011 году 76-летняя женщина обратилась к врачу из-за потери веса и диареи. Компьютерная томография показала, что внутри ее желудка находится ручка. Когда врачи спросили ее о том, как и когда она проглотила предмет, пациентка вспомнила, что 25 лет назад она нечаянно съела ее. Женщина пыталась очистить свою миндалину от налета, поскользнулась и проглотила предмет по ошибке. Хотя первоначальные симптомы исчезли сами по себе и у пациентки не было обнаружено повреждений желудка. Врачи решили удалить ручку из-за потенциальной возможности дальнейшей травмы. Удивительно, но она все еще писала после 25 лет. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.